С каждым годом на митингах, посвященных Великой Отечественной, все меньше ветеранов. Участников и свидетелей страшных сражений сегодня заменяют те, кто о победе знает из рассказов бабушек и дедушек, книг и уроков истории. Но память живет и передается из поколения в поколение. Дети должны понимать, кто защищал нашу страну, какими усилиями, каким трудом, ценить этот подвиг и с уважением относиться к ветеранам, к детям войны, к всем, кто причастен. Ну и, соответственно, понимать, что следующее поколение – это они, и они должны быть достойны этой памяти. Минута молчания, цветы к памятнику вечной славы – казалось бы, формальность, но те, кто сегодня здесь, так не считают. На митинг памяти пришли студенты, участники всероссийского движения «Волонтеры Победы». Пришел на данный митинг как бы из своих интересов и своих побуждений. Передавать память из поколения в поколение, также, чтобы ничто не было забыто, никто не будет забыт. Памятные мероприятия, посвященные победе в сражении под Сталинградом, прошли во всех районах области. В школах провели встречи с ветеранами, классные часы, тематические выставки и кинопоказы. Екатерина Мазуряк, Константин Никитин, репортер 73.